Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре сборка Константа Night City, которую назвали в честь одноименного города из игры Киберпанк. И, соответственно, раз уж сейчас все хайпят на фоне Киберпанка, и мы тоже будем. Соответственно, сама по себе сборка подразумевалась как сборка минимальная для игры в Киберпанк, чтобы показать, может ли у нас, так скажем, среднебюджетная, средневысокого бюджета видеокарта, потянуть ее на максимальных хотя бы настройках, так скажем, либо на максимально средних, где средние будут выставлены, да, это трассировка лучей. Так что вот, у нас по конфигурации это Core i5-10400F, зарекомендовавший себе, да, уже процессор с 6 ядрами и 12 потоками, материнская плата Gigabyte B460M Gaming HD. Модули памяти стандартные уже, да, привычные. Это 16 гигабайт оперативной памяти DDR4. Жесткий диск SSD на 240. И стандартный жесткий диск от компании Toshiba на 1 терабайт. Видеокарта у нас здесь, как я и говорил, RTX 3060 Ti на 8 гигабайт от компании Gigabyte Eagle. В роли корпуса у нас здесь выступает достаточно спорная моделька. Это компания Hyper, да, корпус HG104 RGB, у которого у нас в передней панели стоит 3 RGB кулера. Вот. Но спорный он в том, что немного не хватает этих кулеров. Не за счет того, что у них какая-то маленькая мощность, просто за счет того, что зазоры между стенками корпуса, да, для подачи воздуха, они небольшие. Соответственно, тут мы решили дело просто. Здесь у нас установлен дополнительный вентилятор на вывод горячего воздуха, которого раньше не было. И, соответственно, в принципе, корпус с наличием, да, задней стенки вентилятора очень хорошо справляется с охлаждением. Вот, это заметите по тестам. В блоке питания ничего необычного у нас нет. Это блок питания от компании Ginzo на 700 Вт. В общем и целом, сборка получилась достаточно интересная, то есть на том, на чем можно было сэкономить, мы сэкономили, да, и компьютер уложился, так скажем, сейчас, в нынешних реалиях, да, в средний бюджет компьютера, который может позволить себе и трассировку лучей, и игры на максимальных настройках, только что вышедшие, вот, наподобие того же Киберпанка, вот, но опять же, посмотрите сами. Больше, наверное, по поводу сборки добавить нечего. В принципе, все увидите в тестах. У нас сейчас, так скажем, не очень большой сет по играм, но зато они будут яркие, красочные и так далее. Будет интересно. Так что всем приятного просмотра. Присаживайтесь, смотрите. Те, кто кушает, приятного аппетита. И все. Удачи. Some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion.
people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. This is the future. Evolution. This is the future. This is the future. Human error. Evolution. This is the future.
girls with their nails done long. Girls with their nails done.